сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудель. Ну что, май наконец сменил гнев на милость, у нас хорошо потеплело. Плюс ко всему, дожди на выходных берут тайм-аут. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 23, облачность будет переменной, без осадков. Ночью плюс 9-11, утром туман. В центральных районах и на юге днем до плюс 24, облачность тоже переменная, тоже без дождей. Ночью плюс 8-10. Послезавтра погода не изменится. Днем все те же плюс 24, без дождей. Дождь, небольшой грозовой, появляется в расписании в понедельник. Ну а столбик термометра там доберется до отметки плюс 25. А теперь о массаже с помощью пианино. Да-да, оказывается, есть и такой. Вот этого счастливого кота зовут Хабура, и он очень любит лежать на музыкальном инструменте, когда на нем играет хозяин. Дело не в том, что пушистый меломан, хотя кто его знает, просто клавиши пианино делают котику своеобразный массаж. Хозяин называет его мяусаж. У Хабура даже есть любимые мелодии. Видимо, во время их исполнения клавиши пианино особенно нежно прорабатывают каждую косточку котика. Ну что скажешь, счастливчик. О погоде не только это все. Удачи вам. Увидимся.